Казалось бы, копию себя не найти, но с помощью интернета и социальных сетей возможно все. Считайте такое занятие ненужной тратой времени зря. Стоит один раз увидеть реакцию человека, который увидел своего близнеца, вы поймете, это очень интересно. Программ, которые находят сходство со звездами, множество. В некоторых нужно зарегистрироваться. Выбирайте свою фотографию, заходите на сайт, загружаете ее. Программа сама находит ваше лицо на фото. Следуя инструкции, выбираете тип коллажа. Система автоматически ищет совпадения по огромной базе фотографий. Сервис быстрый. Готово! Вам выдадут несколько вариантов с указанием степени похожести и мужчин, и женщин. Все знаменитости, на которых я похожа, страшные. Она мне вообще не похожа. Она вообще другая. Фотографию с двойником можете отослать себе на почту или сохранить. Берегитесь мошенников. Если сервер одного из сайтов попросит вас прислать смс с каким-либо кодом, закройте страницу. Есть сайты, на которых это развлечение абсолютно бесплатно.